Начались очень криповыми, стрёмными вот этими направлениями. Сейчас получше стало. Раньше была крипота какая-то вообще. Да, надо будет интернет выложить. Я его снимал. Ну, серьёзно, нынешняя. Так, вот сейчас наверх, а потом вниз по боковой лестнице. А, ты хочешь на другую? Его посетил. В принципе, да. Там же пожар был, что говоря. Где, на почтамте? Да. В каком внутри? Году? Всего пару лет назад. Mm-hmm. В 14 было, может. Как раз, когда реконструкция велась, его закрыли внутри, там пожар там случился. Mm-hmm. О, какая галантерея. Ну да, здесь, конечно. Боже, это значит, это странно, что на ряды такой затхлый запах, господи. Так, давай дальше. Не, ну так, сам все сделали, конечно, сохранилось, ты прав. Как бы не старались, он как совков, что Так, пошли вот там выйдем. Как тебе этот один курс устраивает? Ну да, вполне. А стекла? Вот дорогие, но хорошие. Ну, у тебя несколько их? Или ты сходишь со стандартным китом? Типа? Купил... Вот. Когда я покупал, был этот очередной кризис, и решил, что нужно деньги, которые накопил, как-то реализовать. И купил объектив, у него китовый диапазон, но он более лучшего качества. Он дорогой, но... Ну, по всем обзорам хороший. Хороший, да? Угу. Вот, а потом я стал... Ковры эти. Такие ковры были трешовые, сколько шанка даже. Ну, просто вообще дичь, полная. Коврами пахнет. Коврами пахнет гадко. Никогда не любил этот запах вообще. Ну вот, потом я стал... Одной. Странно, да. Это очень... Сейчас я поднимусь на эту половину. Вот. Потом я мне как товарищ продал квадрокоптер, стал заниматься фотограмметрией. Боже, и такие. А в это, когда ты домой делаешь, такой что-то все спустил на снег. Да, в столовая вроде центральная улица по выходным не работает. Так, сейчас. Столовая вроде центральная улица, но по выходным закрыта. Это... О, автолегенда тут есть. О, это грузовики вышли. Я не знал. Ну, и там много разных моделей. Где? Мне... А, да, что вот... Нет, это же не с той серии, это же отдельно. Вот, типа, ну, да. Ну, это тоже диагостиц. Вот, я не знал про эту серию. Тут... О, трактора. О, еще напишу в чат, мне кто-то там на работе спрашивал, где трактор купить. Игрушечный.
Давай вот через этот зал пройдем. Что? Чего? Ты боишься? У этого, наверное. Нет, такой удален, а дальше напротив, ага. Сколько? Он выпускает, у нас вообще все часы завод позакрывали, вот и на последние года три. Короче, я скажу так. Значит, есть такая марка, которую я видел, но я мало придавал этому значения. Японская, называется Seiko. Mm-hmm. Да? Они делают часы, там, скажем, ну до $500, да? Но они делают такие часы, там, за 200, за $300, такие офигенные, что, да, допустим, лучше выпустил новую серию, там, да, там, красивых часов, там, мне нравится черно-красное сочетание. Но и на то, что стоит, там, 400 рублей.